Более 2000 семей получили помощь на 1,5 миллиона рублей. Таковы промежуточные итоги акции «Вместе сможем». На протяжении всего периода самоизоляции молодежная организация «Виртал» помогает жителям республики, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Тему продолжит Курбан Рагимов. В день Ураза-Байрам рекомендовано оставаться дома. Дети не пойдут собирать сладости, но их любимые лакомства уже доставили на дом. В канун праздника активисты общественной организации «Виртал» в очередной раз развезли продукты по селам Лакского, Кулинского и Новолакского районов. Видя, как разворачивалась ситуация с пандемией коронавируса во всем мире, и можно сказать, когда эта зараза дошла до нашей республики, мы со своей командой собрались и решили, что именно во время самоизоляции мы будем помогать людям, остро нуждающимся людям, чем можем. Хвала Всевышнему, именно к преддверию праздника Ураза-Байрам наша акция получается самая масштабная. Мы будем раздавать пайки, продукты питания, сладости для наших детей-сирот около на 500 000 рублей. Проект «Вместе сможем» запустили в конце марта. Вот уже третий месяц волонтеры ежедневно развозят продукты первой необходимости по домам. Начинали с Махачкалы и Каспийска, а когда к сбору средств все чаще стали присоединяться щедрые благотворители, помощь стали оказывать жителям горных районов. В акциях задействовано 30 волонтеров, добровольцы прошли онлайн-курсы и знают все правила работы в условиях эпидемии. К нам звонят люди, некоторые говорят, что они работали где-то, кто-то в кафе работал, посудомойщицы, к примеру, и они лишились работы и не могут найти пропитание, не могут найти еду на месяц. Мы именно таким людям доставляем вот этот паёк. По словам активистов, свою руку помощи землякам протянули некоторые политики и общественники, а также спортсмены, артисты, блогеры и представители республиканских министерств. Ну, когда проходит беда, человек, если даже враждует между собой, или два народа враждуют, что-то, не все равно беда сплачивает людей. Акции проводили также и в районных больницах. Медперсонал обеспечили готовой едой и фруктами. Спасибо вам большое за в этот трудный момент. Для Лакского района молодежная организация проводит такие акции, проводит гуманитарную помощь. Это большое дело, тем более в таком месте замока. Стоимость одного продуктового набора примерно 700 рублей. Упакован он с расчетом на 2 недели. За 3 месяца акция охватила 2300 семей. Для тех, кто также желает внести свою лепту в это доброе дело, открыт сбор средств. Пакетики с продуктами, которые мы вот так возим по определенным адресам и помогаем нуждающимся семьям. Поэтому всем обращаюсь, у кого есть возможность физическая, материальная и моральная, принять участие в этой прекрасной акции. Курбан Рагимов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ.